любознательность и желание знать, что происходит у ближнего, сравнивать себя с людьми, находящимися рядом или не совсем рядом, с теми людьми, которые в каких-то составляющих являются своими идеалами, это очень естественное желание. Настолько естественное, что действительно доминирует над многими другими, тоже достаточно примитивными желаниями, которые, так сказать, определяют векторы там, масс-медийные, если мы про это будем говорить. Так что желтая пресса существовала, по-моему, тогда, когда на камнях царапали или просто камнями кидались друг друга, пытаясь передать таким образом сообщение. Ну и нас переживет, и мне кажется, что летающие тарелки, когда на них будут перемещаться люди, так сказать, мало используют для этого землю, по которой тяжело ходить, они будут между собой тоже обмениваться, так сказать, какими-то сообщениями о том, кто с кем, а вот... тот, на какой крутой тарелке повез свою, значит, девушку на Марс, невозможно представить вообще, откуда она его зацепила. За что-нибудь типа того. Я не сомневаюсь, что это все будет. Притом, да, кстати, живет в головах девушек в основном, желтизна вся. Мужики все-таки прагматичные, логичные и менее подвержены этой болезни.